сразу вручаем главную награду. И мне напомню, что те, кто приняли участие и отобраны в основную программу, они уже лауреаты. И в принципе, могут не играть. Принцип. Вопрос другой. Награду уже получили, не дай бог сыграете хуже, чем муж. То есть, понимаете, да, какая? А дальше. Диплом лауреата международного фестиваля «Кукас» награждается Государственным орденом Дружбы народ, Академический театр драмы имени Савина, город Сыктывкар, Республика Коми. А теперь номинация. Лучший актерский ансамбль. Режиссер. А, спектакль «Шесть комнат». Режиссер Юлия Экрон. Художник Эрих Вильсон. Ну и директор театра Михаил Николаев. А, они написали Николаев, да? Вместо того, что Михаил Николаевич Матвеев написал. Он замажет. Получите. Лауреаты уже есть. Осталось только артистов. Приготовились. Всем приятного аппетита.